Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня я расскажу вам, как зарегистрироваться на сервисе рассылок JustClick. Сейчас вы видите перед собой главную страницу, на которой нам нужно нажать на бесплатную регистрацию. Вот здесь нажимаем, и мы попадаем в систему регистрации. Так как я уже здесь зарегистрирована, у меня здесь сразу уже автоматически вписан мой логин. Вам нужно для регистрации написать свой логин. Например, мой биолазер. Вы можете подписать каким-то своим аватарным именем. Дальше вам нужно ввести пароль, в графу введите пароль. Желательно, чтобы этот пароль состоял не менее 6 цифр и букв. Дальше вы вписываете свое имя, ваш email и номер телефона. То есть везде, где стоят звездочки, это обязательные графы для вашей регистрации. Когда вы нажимаете «Зарегистрироваться», вы попадаете в систему JustClick. И я хочу сказать, что здесь, если вы новичок, то ставите галочку «Я новичок в инфобизнесе». После того, как вы зарегистрировались, сейчас я вам покажу, на какую страницу вы попадете. Вы попадете в свой личный кабинет. Он выглядит вот таким образом. И подробно можете прочитать, что предлагает этот сервис на основной странице. То есть здесь вы можете иметь рассылки. Бесплатный сервис рассылок, чтобы начать отправлять email-рассылки, создать автоматические серии писем, перейдите в «Мои рассылки». Смотрим на панель «Мои рассылки» вот здесь. Если вы делаете магазин, создаете сайты своих страниц, потому что на сервисе на это можно создать сайты, одностраничники, то вы переходите в раздел «Мой магазин». И кроме всего этого, вы можете участвовать в партнерской программе. То есть, если вы хотите рекламировать продукты других инфобизнесменов, вы нажимаете вкладку «Рекламировать». Рекламировать вот сюда. Сейчас нас интересует раздел «Мои рассылки». Когда вы нажимаете, вы переходите вот в такое меню. После регистрации нам нужно настроить сбор контактов, то есть создать вашу рассылку. Для этого вы можете нажать на видеоурок и посмотреть, как это делается в этом сервисе. И я вам тоже расскажу, как это делается. Заходим «Подписчики», группы подписчиков. Здесь вы видите много рассылок, которые у меня есть. Вам, например, нужно создать новую. Нажимаем «Новая группа». И у вас появилось вот такое окно. Для того, чтобы создать рассылку со сбором контактов, где идентификатор, мы пишем одно слово из названия вашей будущей рассылки на английском латинскими буквами. То есть идентификатор – это сокращенное название группы для удобства, латинские буквы и цифры. Например, я буду строить рассылку, которая называется, вот здесь название, пишу название «Как построить любовь».
И идентификатор этого названия я беру одно слово – любовь. Если это рассылка о деньгах, о бизнесе, идентификатор может быть слово «бизнес», «деньги». Если рассылка содержит другие какие-то смысловые слова, нужно только одно слово в идентификатор, которое является ключевым. То есть очень просто все. И после этого мы нажимаем на «Сохранить». Новый элемент успешно создан, написано наверху, а в списке рассылок появилась новая группа. Вот она, «Любовь», «Как построить любовь». И здесь, значит, подписчиков пока ноль, то есть вот эта первая цифра как раз и показывает, сколько у вас подписчиков. И еще что нужно знать? Как создается форма генерации подписки? У вас будет подписная страница, и рассылку, форму генерации нужно будет поставить на эту страницу в коде. Как этот код получить? Заходим в сбор контактов, генератор формы подписки. И, например, вы создаете страницу «Как построить любовь». Да? Конференция «Как построить любовь». Вам на страничке конференции нужна будет форма подписки, чтобы подписчики в нее приходили, регистрировались и попадали вам сюда в рассылку. Как мы получим код этой формы? Мы нажимаем «Группа подписчиков», «Как построить любовь», то есть в какую группу будут приходить подписчики. Дальше мы указываем поля, которые будут в нашей форме подписки. В данном случае будет поле «Ваше имя» и «Ваш email». И здесь уже эти поля, они все включены, ничего добавлять не надо. Единственное, если вы хотите добавить поле «Телефон», вы можете поставить галочку. Но для регистрации телефон не очень желательный, потому что не все любят оставлять свой телефон. Поэтому смотрим. Все. Если вас устраивает вот такая форма подписки, то ваш код уже сгенерирован. Например, можете поменять слово «подписаться» и написать здесь вместо «подписаться» «участвовать» или «участвовать бесплатно», «участвовать прямо сейчас». И, ну, я напишу «я принимаю участие». И, как вы видите, в форме поменялась кнопочка, на которую, если вы вводите имя и имейл, я принимаю участие, она поменялась в соответствии с тем, что мы написали. И здесь написано ниже, скопируйте этот код и вставьте в нужное место на странице. То есть вы выделяете и копируете вот этот весь код, который здесь указан. Дальше вы этот код сохраняете в своих документах и отдаете его тому техспециалисту, который делает страницу вашей конференции. Эту форму он вставит на ваш сайт, и подписчики при регистрации начнут попадать к вам в рассылку. Вот, собственно, и все. То есть все очень просто. У каждого раздела есть свой видеоурок. То есть, если вы забыли что-то сделать, вам нужна форма подписки, вы заходите в генератор формы подписки и смотрите видеоурок, где вам все подробно объясняется.
Дальше. Вы хотите создать группу подписчиков. Вы выходите в этот раздел и смотрите видеоурок, где вам все понятно, доступно объясняется. То есть не забудешь, один раз, два раза сделаешь и научишься. И последнее, что вам нужно научиться на первом этапе, на первом шаге, это когда у вас будет уже группа подписчиков, как создавать письма. И для этого вы выходите в раздел «Разовые письма». Здесь будет «Создать новое письмо». Вы нажимаете на «Создать новое письмо», нажимаете «Видеоурок» и таким образом максимум полчаса, чтобы освоить, как отправить первое письмо. Но сейчас нам отправка писем не нужна. Первые две задачи – регистрация на сервисе JustClick и создание своей собственной новой группы подписчиков, получение кода подписки для того, чтобы поставить на сайт. Этот вопрос мы в этом уроке с вами полностью подробно все прошли. Удачи вам! Создавайте свои группы подписчиков, набирайте подписчиков и продавайте.